Здравствуйте, Вера. Значит, на данный момент, конечно, наблюдается тенденция к уменьшению количества больных. Однако их тяжесть возрастает. Мы прогнозируем, что, скорее всего, вспышка новой коронавирусной инфекции будет где-то ориентировочно с 10-х чисел февраля и до конца марта. Пока затишье, небольшая стабилизация ситуации. Вы говорите, что стало больше тяжелых больных. Как это проявляется? У нас вот эта тяжесть, чем она проявляется? Во-первых, это наличие дыхательной недостаточности. Ну, сейчас модно всех проверять сатурацию, использовать прибор пульсоксиметра. И вот, если ориентироваться, например, на него, то показания сатурации снижаются вплоть до 90 и ниже. И в таком состоянии к нам больные сейчас поступают. Скажите, пожалуйста, какие на сегодня существуют показатели для госпитализации? Это вечная проблема. Все много жалуются о том, что вызывают скорую, а она не госпитализирует или не считает. Ну, люди хотят в больницу, считают, что им нужно в больницу, их не берут в больницу. Какие официальные показатели для госпитализации на сегодня? Ну, во-первых, это высокая лихорадка выше 39. Во-вторых, это частота дыхательных движений больше, чем 22 в минуту, и сатурация ниже 93. Если же все предыдущие показатели в норме, но имеются какие-то сопутствующие заболевания типа хозла, диабета, сердечной недостаточности, либо прием каких-то иммуносупрессантов или онкологических заболеваний, тогда пациенты безоговорочно госпитализируют в стационар. Скажите, Министерство здравоохранения меняет время от времени протоколы лечения. Меняются ли показатели госпитализации? Все зависит от загруженности больницы. Тут на местах, даже я вам так скажу, принимаются решения. Когда у нас был пик заболеваемости, это наверное, декабрь, конечно же, были более жесткие рамки показаний для госпитализации. Ну, то есть та же сатурация от 90. Стало с показанием, и хронические заболевания не все требовались госпитализации. Сейчас, потому что рост снижается, и меняются следовательно на эти показания. Вот буквально утром прочитала о том, что часто, но люди жалуются, что я себя нормально чувствую, ну да, положительный тест, температура 38, но меня забирают в больницу. Какая может быть причина, что человек себя, в общем-то, что называется, легкая форма течения? Ну, во-первых, врачи семейные перестраховываются. Никто не хочет потом отвечать за пациента, если вдруг он затяжелеет. А при ковиде, как мы можем отмечать, очень резко меняется ситуация. Вчера у человека было стабильное состояние, сатурация там, например, 96, а сегодня уже 88, он задыхается. Никто не может спрогнозировать фактически, как себя ковид поведет, даже если человек абсолютно здоров. Все равно может все измениться, поэтому и скорая хуже, понимаете, не может оставить человека. Не дай бог, что-то с ним случится, поэтому привозят стационар, и мы здесь уже оцениваем именно необходимость для госпитализации. Может себя человек чувствовать хорошо, а на рентгене картина быть крайне тяжелой. Поэтому тут нельзя однозначно сказать, надо ехать, обследоваться, сдавать, во-первых, даже анализы, которые являются предикторами развития тяжести состояния, и тогда уже принимать решение какое-то обоснованное. Вы вот вначале сказали, что увеличивается количество тяжелых пациентов. Можно ли оценить процент тяжелых в прошлом, вот полгода назад и сейчас, там 50 на 50 или как? Вы знаете, где-то даже я бы сказала 70 на 30. Да. В сторону, к сожалению, увеличения тяжести состояния. Понимают ли врачи, почему так происходит? Почему утяжеляются? Потому что, во-первых, пациенты многие лечатся в интернете.
Семейные врачи крайне загружены. К ним тяжело попасть на прием, тяжело дозвониться, лечатся какими-то народными средствами, альтернативными, то, что в интернете прочитал, кто-то подсказал. Очень много, к сожалению, людей видят цены на лекарства, боятся этого, но они знают, что у нас плохо. И поэтому затягивают устанавливаются. Состояние доводится до такой степени, тяжести, чтобы забавить форму, там проверяют ситуацию английская, и приходится уже жизненно необходимо на свете объектах пациентов. Ну, приблизительно такая система. Даша, вы можете назвать вот эти народные, самые глупые и неправильные средства лечения ковида, которые популярны у пациентов? Ну, во-первых, начнем с бесконтрольного приема витамина D в гипердозах. Вот этого я никогда не понимала. Когда человек прочитал, что цинк, витамин D3 и С, это вот панацея, и начинают не просто по инструкции пить, потому что там надо, допустим, 500, например, витамин D3, 500 международных единиц в сутки принимать, а начинают 4000. 5000. То есть гипервитаминозы витаминов любых микроэлементов, они крайне опасны. И даже хуже можно добиться состояния, чем сам ковид или недостатки. Во-вторых, начинается массивная, необоснованная антибиотикотерапия. Огромные дозы не только там азитромицина, который раскрученный, считается, я не понимаю, почему, что он лечит ковид, хотя ну, вообще на каких не действует, а значит, это профилактика вторичных бактериальных осложнений. И не только даже азитромицин, а какие-то сильные антибиотики, типа гипоцепа, некоторые даже начинают миронем, сразу себе колоть флексан, не обследовался. А народные методы начинают закаляться, какие-то гимнастики читают в интернете, задерживать дыхание, принимать опои, какие-то там биологические добавки всякие внутри. В общем, делают все, ну, то, что не нужно делать, а потом удивляются, почему так плохо стало. Скажите, пожалуйста, все в прошлом году, в 2019 году фонд Рината Ахметова передал государственным больницам автомобили скорой помощи, и все они оборудованы аппаратами ИВЛ итальянского производства. Скажите, пожалуйста, многим ли пациентам ИВЛ нужны уже прямо в дороге до больницы? Это крайне редкая, честно говоря, ситуация. У нас такого как бы еще практически никогда не было. Я с этим не сталкивалась. Зачастую все-таки люди вызывают скорую, когда еще можно что-то сделать и без использования искусственной вентиляции легких. Потому что искусственная вентиляция легких – это уже когда любая кислородная поддержка не имеет никакого эффекта, и когда человек загружается, попадает в полу. Слава Богу, таких еще пациентов у нас лично нет. Хотя я не исключу, что такое очень часто бывает. Допустим, в городах более населенных, в каких-то регионах более, с большим количеством жителей, чем у нас. Давайте поговорим о порядке госпитализации, потому что ситуация серьезная, ковидное отделение. Да, вы сидите вот в костюме на рабочем месте, в защитном костюме. Каков порядок госпитализации? Первое, второе, третье. Ну, сначала как бы мы оцениваем состояние больного, который поступает либо по скорой помощи, либо по направлению из каких-то медицинских учреждений. Значит, мы оцениваем его жизненные показатели. Первый параметр – это сатурация, насыщение периферической крови кислородом. Второй – это температура. Третье – это артериальное давление и частота сердечных сокращений. Четвертое – это частота дыхательных движений. Также мы оцениваем степень нарушения сознания, когнитивные функции, ориентировки и смотрим на наличие каких-то сопутствующих. Далее мы должны обязательно пациента обследовать. Очень часто пациенты поступают вообще в нефирургию, что у них нет ПЦР и ФА-анализ. У них нет ни рентгена, ни кардиограммы, ни анализов крови. Поэтому первое, что нужно сделать, у нас стационар больше пульмонологический, осложнения, которые ковид дают на пугательную систему. Поэтому первое – это рентгенография легких. У нас хороший рентген цифровой, сразу смотрим картинку и затем выполняем кардиограмму, потому что ковид дает осложнения на сосуды. Часто бывают инфаркты, какие-то стенокардиические изменения. Поэтому второе – это кардиограмма. Ну и третье – это комплекс обследований на ковид. После, конечно, забора ПЦР. Это носоглоточная маска на ковид.
Во-первых, сохранять спокойствие. Это раз. Не поддаваться панике, потому что паника – это враг. Правильно оценить тяжесть человека. Если у него действительно дыхательный недостаток, или это больше панический. Также, когда человек в состоянии стресса, он или вообще замыкается в себе, что доступ узнать вот анамнез сократить, как он заболел, какие его жалобы, нам трудно. Либо человек гипервозбужден, тоже это мешает адекватно оценить его состояние. Родственники также, к сожалению, очень подвержены, поэтому я бы советовала, пожалуйста, их воздержаться, отпускать, спокойно подождать и поверить нам, доверить нам, понять, что мы ни плохого их родственнику, там, сыну, отцу не сделаем. Врачи как бы свою работу знают, и лучше не вмешиваться, потому что сейчас есть интернет, конечно, очень все больные, они считают себя чуть ли не врачами. Поэтому будьте дать возможность на персоналу спокойно свою работу выполнять, поверьте, мы делаем все наше власть. Во-вторых, это делать на результат. Потому что очень многие люди скрывают, не то говорят или скрывают какие-то моменты, а бывает, что для лечения, это правильного диагноза, эти моменты, они крайне важны. В-третьих, надо всегда стоять под пациентом заболевания, правдиво врачу докладывать, потому что если только вы чем-то будете, например, о чем-то сказать, это негативно на вашем лечении. Я бы тоже советовала с врачом быть более активным. В-четвертых, не надо бояться стационара. Стационар – это не приговор, это не значит, что все, это конец жизни и какие-то приговоры. Абсолютно просто ваш организм, например, нуждается в кислородной поддержке, более доставке полной пачканных веществ, значит, вот, в гормональной терапии, но это не значит, что жизнь на этом заканчивается. Нет. И плюс насчет лекарств, я для этого не переживаю, государство все обеспечивает. И просто сохранять спокойствие и не негативно быть настроенным по отношению к медперсоналу. А близких и родных пускают с пациентом в стационар или даже в приемное отделение? Или они должны оставаться на улице? К сожалению, не на улице, есть специальные у нас зала ожидания, где родственники спокойно, в тепле будут сидеть и подождать нового человека, пока закончится осмотр, оформление истории болезни, заполнение электронной медицинской карты программы доктора Эллис, и человека транспортируют в пачке сидячей для более комфортного пребывания, чтобы не было нагрузки человеку на дыхательную и сердечную систему. Его доставят на лифте в отделение. К сожалению, в отделение это инфекционно у нас. Находиться нельзя, но передачки можно приносить, по телефону можно разговаривать. Это же тюрьма. А какой порядок приема передач для уже госпитализированных? У нас находится вестибюле больницы, специальная медицинская сестра, которая принимает все передачи, подходит человек, говорит, какое отличие, где находится его родственник, она берет, приносит в отделение и из руки медицинские, потом, соответственно, больницу доставляет эту передачу в больнице. Мы уже обсудили, что главный враг – это паника при госпитализации. Например, какие ошибки? Принимают перед тем, как их болеют, жаропонижающие препараты, что тоже не всегда хорошо, потому что если мы увидим, какая именно лихорадка, какая степень ответа организма на вот этот вот возбудитель, который пока еще неизвестен, потому что мы точно не знаем, то ли это вирус, или это бактерия. Поэтому никаких лекарственных препаратов не принимают перед тем, как вы приехали, и если вы страдаете артериальным давлением повышенным, лучше принять какой-то антигипертензивный препарат, потому что любая больница, транспортировка – это очень стресс большой, часто кризис гипертонический, поэтому если съехать, лучше принять таблеточку от давления, сильная температура, и снижать температуру, чтобы вы могли оценить гипертермию, потом вы сразу же помощи оказываете. Не надо бояться, что здесь вы останетесь без. Абсолютно нет. Просто, вы должны знать ваше состояние.
И, конечно, лучше оставить пульсоксиметр и не брать, рассказывать нам, что тот пульсоксиметр хороший, а ваш, наверное, не очень, мой показывает то. Потому что люди, знаете, часто даже пытаются. И они впадают в панику, подавить каким-то пульсом. А это, оказывается, пульсоксиметр. Вот давайте поговорим о нервах. Как можно все... Известный факт, что вирус ковида воздействует в том числе и на нервную систему, это потеря нюха, вкуса. И говорят все врачи о том, что наблюдают всякие разные эффекты, то есть воздействие на нервную систему. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы наблюдаете, вот именно со стороны нервной системы. Мы больше, конечно, сталкиваемся с больными в средней степени тяжести, мы же в оснащенной кислородом, бесперебойным, высокопоточным, поэтому у нас немножко другие проблемы. Нарушение обоняния, головокружение, это все амбулаторный больше уровень. У нас уже люди попадают часто в состояние гипоксии, а гипоксия, вот, вызванная дыхательной, в том числе недостаточностью, она, к сожалению, ведет к энцефалопатии, это же такое понятие, гипоксия, энцефалопатия. Энцефалопатия – это нарушение функции центральной нервной системы. Человек задумывает, у него снижается восприятие, когнитивные функции, то есть ну, мышление, немножко снижается, у него постоянное головокружение. Очень часто нарушение зрения снижается, к сожалению, наших больных, и даже при постковидном синдроме, когда уже выписывают из стационара пациента, там, конечно, и сосудистые компоненты, что играет роль, но также и гипоксия, потому что нужно испытывать дефицит кислорода, и его клетки даже, к сожалению, некоторые и гибнут, если крайняя степень, а многие в состоянии дефицита кислорода так хорошо, допустим, работают. Ну, в принципе, неврологические препараты, они успешно справляются, а самое главное, это кислород. Не только поточный кислород, как бы профилактику этой гипоксии и уменьшает ее степень, соответственно, степень нарушения неврологического. Скажите, пожалуйста, Дарья, к вам привозят только ковидных пациентов или разных других пациентов тяжелых с другими болезнями? Пневмония. Потому что у нас два отделения, провинторная и ковидная. То есть, как бы, пациенты и две, которые только ПЦР взят, или на полотенце, и они как бы ждут ответа. То есть, у них фактически вирусная пневмония неинфекция. Скажите, а бывают вот ошибочные выводы, диагнозы, когда человека привозят условно с ковидом, а это не ковид, или наоборот, с чем-то другим тяжелым привезли, а потом оказывается, что это просто ковид? Очень часто, да. Часто у нас бывало, что привозили с высокой лихорадкой пациента, у которых якобы потеря вкуса обоняния, а при более детальном осмотре появлялась цист, и больного доставляли в инфекционный стационар. Например, скорбью под вопросом или просто экзантема и неясная теология. Мы так пишем, потому что еще как бы она мало часто с диареевым синдромом, кишечные расстройства тоже приписывают якобы, потому что я не спорю, что есть, конечно, такие симптомы, но это очень редко бывает. Поэтому и то же самое, когда привозят инфекцию, там часто ставят потом диагноз ковид, когда делают экспресс-тест. Часто очень с инфарктами, потому что ковид, он же дает осложнение на собственное излучение крови. Тоже очень часто инфаркты сопровождаются коронавирусной инфекцией. А вот скажите, вот это очень важно. С самого начала пандемии говорят о том, что инфаркт очень часто следствие ковида. И ковид никак не проявился. Бывает ли такое, что вот у человека что-то там с сердцем, и раз, это ковид. И какой вообще порядок действий? Что лечат сначала? Инфаркт, ковид, как действует? Все зависит от того, где человек. Если человек доставлен с ковидом в отделение, вот к нам, например, у него была, допустим, интоксикация или температура высокая, тоже мы берем под вопросом пневмония, когда есть, а у него случился инфаркт, мы лечим на месте.
потому что больной нетранспортабельный, вызываем кардиолога, и вся терапия, в принципе, кислотистая и антикоагулянтная, кислотная поддержка, все в условиях интенсивной терапии проводится в больнице. А если человек, например, попал в кардиосуд с инфарктом, а там, где конечно, ничего не происходит, лечится по месту, вызывает запрос на консультацию инфекционист. Потому что в тяжелом возрасте периоде инфаркта не рекомендуется снова без надобности транспортировать. Ну, а кислородная поддержка в принципе людей. А были ли в вашей практике случаи, когда пациентов привозили с улицы, что говорит о том, человек вообще не подозревал, у него не было температуры, так называют бессимптомное протекание, а потом раз, ему плохо прямо на улице. Были такие случаи? Ну, в основном плохо, это когда вот у человека именно был ковид, он пошел по каким-то своим делам, не соблюдал там изоляцию и стало плохо. Именно чтобы вот было совсем ничего, а его привезли, а потом определили ковид. Конечно, такого не бывает, очень редко. И то должны привести человека без сознания, допустим, асоциального, который давно болел, давно лихорадил, но он не мог уделять своему состоянию полного внимания. Вот уже его в крайне тяжелом как было. Чтобы просто вышел человек, потом выясняется, что у него, к сожалению, ПЦР положительный. Скажите, а вот вы упомянули асоциальные люди, мы понимаем, люди без места жительства определенного. Их много привозят с ковидом? Кстати, наши наблюдения лично мои, они говорят о том, что люди именно маргинальные, асоциальные, злоупотребляющие различными веществами, они очень мало страдают от ковида. Единицы сейчас в основном это люди, либо пенсионеры и социально адаптированные рабочие. Так что это как бы благополучно, так сказать, больше слой населения у нас. Но хотя бы есть вот единицы. А скажите, пожалуйста, а вот вы описали небольшой портрет, вы можете подробнее остановиться на том, какой портрет средний пациент с ковидом на сегодня? Возраст, пол? По моим личным наблюдениям, это мужчина, потому что чаще болеют мужчины, 65 где-то лет, старше 60, у которого имеются сопутствующие заболевания, диабет, сахар, сердечная недостаточность, который курит такие сигареты довольно тяжелые в течение лет как 15, не меньше, который на свое здоровье не слишком обращает внимание, к врачам не любит обращаться, который занимался самолечением где-то неделю, а то и больше, не обследовался. И уже вызвал скорую, в основном скорую. Ну, конечно, бывает, что обращаются к семейным врачам, но в основном вот процентов 80 это скорая помощь, таких пациентов привозит, вызвал скорую, потому что задыхался. Или высокая лихорадка, которую он не мог ничем купировать. И вот он доставлен, и у него уже на рентгене от 50 и выше процентов поражения легочной ткани, интерстициальная пневмония и дыхательная недостаточность. Понятно, очень интересно. То есть большее количество пациентов это мужчины. Больше, да. Ну, больше как, 60 где-то процентов, ага. Вот так. Значит, просто мужчины должны внимательно следить за своим здоровьем. Скажите, пожалуйста, а вот есть такое мнение существует, что в зоне самого большого риска заболеть ковидом и тяжелыми формами люди со второй группой крови. Ваша практика подтверждает? Мне кажется, что это миф, потому что, как наши показывают, работа, деятельность, на личная практика, группа крови абсолютно не играет никакой роли в тяжести состояния. Играет роль именно пол, возраст. И вот, как ни странно, наши пациенты процентов 70 – это диабетики, либо получают иммуносупрессивную терапию. То есть сопутствующая крови играет роль. Группа крови, честно вам скажу, никак. По моему мнению, не отображает тяжесть и развитие заболевания. А люди с хроническими легочными заболеваниями. Один из пульмонологов гостей нашей программы говорил о том, что, как ни странно, она своих пациентов вообще не наблюдает в ковидных отделениях. Люди там с бронхиальными астмами, с хроническими бронхитами, те, у кого есть приступы астматические, как они?
Много их? Вы знаете, у нас, конечно, пульмонология, я раньше здесь была. Я скажу тоже, что, честно говоря, с хроническим обструктивным заболеванием легких, бронхиальной астмой у нас не так много пациентов, где-то процентов 20. Тех, но у этих пациентов очень тяжело протекает заболевание, они все нуждаются в респираторной поддержке. Поэтому, если у человека есть хроническое заболевание легких, это не значит, что он застрахован от того, что у него либо не будет ковида, либо он легко будет протекать. Абсолютно нет, надо лечиться, надо следовать, контролировать свое состояние. Потому что вот они считают, что они получают там антибиотик, гормон, бронхолитик какой-то и все. Это, к сожалению, так. Такие больные есть, конечно, я согласна, их не очень много, но они поступают. И сейчас даже выпустили случаи госпитализации именно больных с хроническими заболеваниями легочной системы. Случаи повторной госпитализации у вас были в практике? Повторной с ковидом? С ковидом. Единичные такие случаи бывают. В основном это более возрастная группа пациентов, более хроники. Вот это редко. А сколько времени проходит между первой и второй госпитализацией? Меньше месяца. Вот те, кто был, до месяца, так вам скажу. Знаете, доктора также говорят, что по непонятным причинам человек легкой и средней формы дома переболел, полечился, все правильно сделал, а потом смертельная вот эта вот атака моментальная, и довольно молодые люди умирают. Из-за ковида через несколько месяцев, нам такое доктора рассказывали. Понятно на сегодня, что происходит? Человек вылечился, правильно вылечился, выздоровел, а потом вот и все, умирает. Мое мнение, как врача более интенсивиста, в том, что это осложнение ковида, не сам ковид, а осложнение сосудистой. Мгновенная смерть, это существует либо инфаркт, миокард, либо инсульт, либо тромбоэмболия легочной артерии. То есть это, да, это осложнение, открученное ковида, он дает воспаление интимной оболочки сосудов, то есть васкулиты дает, гущение крови дает, микротромбозы дает в тех органах. И, следовательно, это может повысить риск вот таких осложнений смертельных. И, скорее всего, он умер не от ковида, а от того, что зачастую вот процентов 70 это тромбоэмболия получается. Хотя инфаркт это тоже патология острая. И инсульты это тоже вот постковидный синдром, лонг, ковид так называемый. А тут надо постоянно принимать антикоагулянты, надо контролировать кровь. Это очень серьезная проблема на сегодняшний день. То есть даже выздоровев нужно внимательно относиться к своему здоровью. И очень часто люди задают вопросы после выздоровления, как возвращаться к спорту, как вообще, какой правильный образ жизни вести. Вот немножко об этом. Особенно тех, кто был в стационаре. Но давайте поговорим о тех, кто дома легко болел и кто был в стационаре. Есть ли разница к возвращению к здоровой жизни? Конечно, разница есть. Если у человека легкие не были поражены, там сосуды не были сильно затронуты, у него все в основном анализы в норме, показатели профазовые, там свертываемая система. В принципе, он может продолжать свою активную жизнь. Единственное, что надо сделать упор на более здоровое питание. Например, средиземноморская диета, которая укрепляет сосуды. На прием, возможно, каких-то антитромбофагических препаратов, типа клопидогреля и кардиомунила, именно в связи с ковидом. Просто там что-то с возрастом, потому что был риск сгущения крови. Немножко. Нет, особых, я прошу прощения, особых рекомендаций. Но, однако же, надо просто через месяц после перенесенного заболевания обязательно обследоваться, сдать полный анализ. То есть развернутый анализ крови, ТЭДИ-мер, С-реактивный лопух, коагулограмму. И, возможно, даже кардиограмма. То есть, и так, допустим, каждый месяц после ковида в течение 3-6 дней. Это если амбулаторный уровень. Угу. Если больной в стационаре, у него, скорее всего, формировался фиброз на фоне пневмонии. То есть, консолидация, уплотнение легочной ткани. И поэтому это состояние рассасывается не мгновенно, а до 6 месяцев и до года, смотря какой возраст организма. Поэтому я бы рекомендовала, во-первых, после восстановления, когда полностью человек восстановил, то, во-первых, заняться дыхательными какими-то упражнениями на воздухе типа скандинавской ходьбы, купить аппарат для дыхательной гимнастики,
может быть, йога, я вижу себя просто какой-то тренировкой дыхательных аппаратов, может быть, пением заняться, вот тоже, кстати, очень полезно для легких. Во-вторых, это постоянно делать контроль вот именно состояния легких, то есть через месяц рентген или котле, через три рентген или котле, чтобы посмотреть, как организуется это вот во-вторых, контролировать обязательно свертывание системы, потому что, как мы поняли, ковид дает большие осложнения тромбоэмболические. То есть раз в месяц ты мерку, плохо, и вообще через дом ты вот. Принимать, конечно же, антикоагулянты, то, что прописал доктор, не пропускать, придерживать строго его рекомендаций. И, конечно, омега-3, здоровое питание для сосудов, это тоже очень немаловажно. И бросить курить. Я всем говорю пациентам, курение и так провоцируется сосудистые осложнения. А зачем их добавляется? Дарья, есть такое упражнение для легких, надувать шарики, вот обычные шарики. Можно ли его рекомендовать? Конечно, это очень тренирует хорошо жизненную емкость легких. Даже в реанимации, после того, как пациентов снимают с инвазивки или неинвазивной вентиляции легких, когда даже просто в отделении начинают рекомендовать уменьшать количество кислорода, обязательно надо брать вот этот шарик и его постоянно вкупать. Есть, ну, купить какой-нибудь аппарат, типа там попробовать для дыхательной гимнастики. Но шарик — это самый лучший вот такой вариант, чтобы не было телектазов, чтобы не было застоя внутри тела. Потому что когда человек переболел, он лежит, у него, конечно, посылки вообще для застоя любого, и в том числе для застойной пневмонии. Конечно, надувать шарик – это отличная идея. Очень пугает по поводу, давайте поговорим о искусственной вентиляции легких, очень пугает многих людей вот эта процедура, когда режут, да, трахею, режут и вставляют трубку напрямую. Ну, медики говорят, что это лучший вариант, он эффективнее, чем просто маска. Расскажите немножко, в чем разница инвазивной и неинвазивной вентиляции? Смотрите, во-первых, я и считаю, и вообще официально медицина, мне известно, что так определяется, что инвазивная вентиляция – это крайность и больше осложнений, и больше летальность как раз после инвазивной. Поэтому мы стараемся на инвазивной вентиляции только в самом крайнем случае требования пациента. В основном мы используем неинвазивную вентиляцию, режим ФА и специальную маску. Вот это как раз функциональная позиция. Что такое функциональная позиция? Это положение на животе. Это подушечку под живот подкладывают, и улучшается отток жидкости в легких, уменьшается телектаз. И, ну, вообще, эта позиция, она улучшает фетосатурацию на 10-15%. Плюс неинвазивная вентиляция легких обеспечивает хороший результат зима. А инвазивная вентиляция – это агрессивная процедура. Она требуется тогда, когда мы исчерпали все возможные варианты кислородной поддержки. Когда даже на неинвазивной вентиляции в режиме СПАП сатурация не выше 80%. Когда человек загружает, когда у него явно неврологический дефицит, гипоксия, которая вызывает нарушение всех форм, острая карманная недостаточность, вот, могут отказать очень серьезная ситуация, и тогда по крайне предикотных перечных показаний, крайне редкие случаи прибегают к такому методу инвазивной вентиляции, когда человек полностью включает его дышательный аппарат, из-за него дышит прибор. Но там очень много побочных эффектов, осложнений, потому это тяжелое. И надо считать, что ты положил, допустим, даже в реанимацию, это сразу на ИВЛ. Нет, сначала обычная маска, потом неинвазивная вентиляция. ИВЛ – это крайне опасный редкий использован, в самом крайнем случае. Даша, не можем не задать вопрос, который пишут наши зрители. Это та проблема, о которой мы говорили в начале. Человек пишет, Людмила Марфина, у людей нет денег обращаться за лечением. Вот это та проблема, когда у меня нет, все думают, что в больницу нужно вести деньги. Объясните немножко, почему это вредно так думать, почему все-таки нужно обращаться к медикам за помощью. Ну, во-первых, уважаемые зрители, сейчас существуют, слава богу, государственные программы, которые полностью обеспечивают пациентов не только питанием, а кислородом. Все это бесплатно, никаких денег для этого абсолютно не требуется. Также обеспечивание идет полностью медикаментозными средствами. Поэтому
не бойтесь обращаться за медпомощью, не бойтесь обследоваться. Также обследование бесплатное. То есть не будет такого, что вы приедете и вам придется за все платить. Нет, вас обследуют бесплатно, вам окажут помощь в первую бесплатно, вас на кислород бесплатно, если вам, конечно, будет он необходим по показаниям, на кислород и будете вы получать всю медикаментозную терапию бесплатно. Вот по существу там государственная программа. А вот те, кто затягивает, конечно, с своим состоянием боятся, они потом раскаиваются. И крайне тяжело лечить. Но все равно, даже для экстремации у нас все равно все бесплатно, все препараты. Поэтому я не желаю вам обращаться, но если уж такая нужда есть, к сожалению, лучше сразу. Не надо ждать, пожалуйста. Понятно. Вы затронули тему питания. А что, да, и все-таки близкие хотят передавать передачи в больницу, хотя питание полностью обеспечено. А что нельзя передавать в больницу ковидным больным? И что лучше передавать? Все зависит от тяжести состояния. Если пациент в общей палате находится, но опять же, если он постоянно находится, лучше человека не перекатывать. Доказано уже, что даже вот небольшой пост, уменьшение вот потребления продуктов на какое-то время, когда тяжелое состояние, когда нужно на кислород, это улучшает процесс. Поверь, если это диабетик, то не знает постоянно приемы пищи, потому что у него инсулинотерапия или таблетки, то, в принципе, можно немножко даже меньше покушать на время тяжести состояния. Этого страшно не будет. Главное, полноценно. Главное, овощи, фрукты, какие-то жиры, вот лучше полиненасыщенные. Как у вас, конечно, подсказать возможно, но рыба и орехи, хотя бы вот такие продукты, молочно-кислые, потому что человек на антибиотиках. Ему надо желудок тоже защищать, ему панор принимать. Хотя мы назначаем защиту для желудка, ингибиторы протонной помпы, а не протон. Все равно лучше, допустим, питание, например, кашки какие-то, вот такую легкую пищу. И обязательно молочно-кислые, потому что молочно-кислые продукты, они помогают нам в борьбе с дизентериозом, неизбежным врагом, антибиотикотерапии, ожирение. Если же больной, а желудок, он постоянно на кислороде, он, возможно, даже в антисептике вообще лучше, честно вам, много ничего не передавать. Водичку и пепсику, так мы кормим этих больных, они у нас на строгом столе. Потому что, когда человек чуть получится, нет, пожалуйста, полноценное, высокое давление, питание. Но когда критическое состояние, вот первые несколько дней, честно, даже мировая практика показывает, чем меньше человек нагружает желудочно-кишечный тракт, тем у него меньше потребности кислорода. Он и так, понимаете, страдает. Поэтому лучше передайте какие-то витаминчики, кефирчики, может, какие-то легкие фрукты, типа банана. Но не надо сильно перегружать, пожалуйста, своих родственников. Это потом затрудняет и увеличивает продолжительность пребывания на койке пациента, даже в реанимации в том числе. Лучше, наверное, передавать спокойствие и позитивное настроение, да, пациентам? Однозначно, да. И еще такой вопрос. Я не знаю, госпитализируют ли у вас детей, есть ли разница между сложными и тяжелыми состояниями детей и взрослых? Вы знаете, мы, к сожалению, взрослые больницы, у нас плюс пациенты, но насколько я знаю, насколько я изучала эту тему, дети не более адекватной формы, у них меньше осложнений практически всегда, у них до пневмонии не доходит, а у них протекает на состоянии, по типу ОРЗ, лихорадки. Они, конечно, запутываются, но и так, конечно, тяжело переносят наши пациенты. Более того. И расскажите еще, пожалуйста, мы сейчас будем завершать, расскажите, какая ситуация у врачей, как вы и ваши коллеги себя чувствуете уже год пандемии, тяжелая такая ситуация, как тяжесть работы, как вы отдыхаете, как вы работаете, бываете ли вы дома? Ну, когда была серьезная у нас эпидемия, когда много было поступающих, когда 50 скорых за раз, конечно, у нас была немножко ситуация напряженная. У нас была и перегрузка психоэмоциональная, когда не было кислорода, как сейчас, у нас высокопоточного, 100% обеспеченности не было. Мы выбирали, кого положить на кислород, кому больше дать, кому меньше. Это огромный стресс для врача, для всего медперсонала. Бывали стычки, скандалы, родственники и сами больные нас не понимали. Конечно, мы задерживались на работе, мы выходили сверхурочно, но это наша работа. Мы выбрали эту специальность не просто так, и надо чем-то жертвовать, чтобы человеку помочь. Понимаете, когда ты спас человеческую жизнь или просто предотвратил инвалидизацию, улучшил качество жизни, это огромная радость. Мне кажется,
все это стоит, любых каких-то там неудобств. Это все временно. Мы видим ценность жизни, и поэтому умеем приоритеты правильно, я думаю, расставлять. И, как бы, в принципе, костюмы, пребывание лишнее здесь часов, какие-то внеурочные смены, это не так важно, как важно человеческая жизнь и ее длительность, и качество, и счастье этих людей, которые приходят, родственники, сыны, пациенты, нас благодарят от чистого сердца. И то, что они могут, нужно быстрее вернуться к нормальной жизни, это большой плюс. Значит, врачи у нас, конечно, тоже пострадали, многие переболели. Но мы обследуемся каждые 2 недели, сдаем ИФА-тест, смотрим жирность иммунитета, при необходимости каких-то симптомов сразу ПЦР сдаем. В принципе, тут я врачи употребляют витамины для профилактики, какие-то противовирусные, у нас полностью оснащены ЗИЗами есть, то есть и антисептиками, мы соблюдаем все эти правила. Поэтому как бы сейчас уже, спустя год, нам намного легче, чем в начале. Это не сравнить с тем. Конечно, все равно есть небольшой стресс, но, слава богу, уже мы к нему привыкли, уже мы кушали, уже мы там более-менее работаем. И поэтому сейчас мы более защищены, как много пациентов, поэтому можем как-то расслабиться. Опять же, не до конца, потому что ожидаем 3-го инфекцион. Спасибо вам большое, Даша. Фонд Рината Ахметова желает вам и вашим коллегам здоровья, сил, вдохновения, зарплаты побольше. И спасибо за очень интересную беседу. А нашим всем зрителям напоминаем, что ответы и рекомендации нашего спикера будут размещены на страницах в соцсетях фонда Рината Ахметова. Спасибо, до свидания. Спасибо вам большое тоже. До свидания.